Так, еще раз добрый день. Все-таки надумал я продавать вот эту экшн-камеру на Али, она 3600. Ну, за 3000 отдам в пересилом, она новая. Значит, что мне здесь не понравилось? Смотрите. Есть у меня флешка на 32 гига. Были у меня другие камеры. Там было 16 мегапикселей, здесь, по-моему, больше. И те камеры снимали 30 FPS, здесь 60. И, собственно, моя флешка съедается. То есть, вместо 3 часов записи у меня на флешке час там 20, например. На этой же 32 гига. То есть, пишет эта камера просто шикарнейше. Просто вот 4K 60 FPS, ну, нужно как бы посмотреть, да, скинуть оригинал. Потому что когда монтируешь, это все сжимается, размеры становятся меньше. Но вот сам оригинал, эта камера очень четко пишет. Здесь, смотрите, свое меню. Меню здесь классное. Нигде я не видел такого меню вообще, ни в одной камере. То есть прошивка здесь хорошая. Эта камера не будет зависать. В отличие от Эйкена, вот как она там, не Джикама, а еще какая-то, которые у меня висли страшно. Вот как бы разрешение можно поменять вот здесь, да, в принципе, вот, и выставить. Но смотрите, какое меню. Нигде я такого меню не видел, нигде вообще. Резкость. Меняется даже резкость. Видно. Фокусируйся. На среднюю, на высокую. Меняется даже качество записи. То есть я могу еще его выше сделать. И так 4K 60. Я могу еще выше сделать. Ну и здесь остальные. Чувствительность. Нигде, ни в одной камере такого меню нету. Здесь своя прошивка. Вот смотрите здесь. Видите, точки доступа и все. И режим авто там есть. Вот это вот отвлечение экрана. Ну все в ней есть. Я хотел уже взять, испортить, так сказать, чехол вот здесь вот, он тоже, видите, новый, пробить дырку и повербанку сделать. Ну вот вы видите, здесь час 20, а нет, час 43. Насколько съедает вот это вот хорошее качество флешку. То есть сюда надо покупать флешку 64 гига, естественно, не из Китая. И, в принципе, она будет работать. Ну, что-то вот как-то, блин. Вот, видите, отключается экранчик. Все, что-то как-то мысли. Есть взять обычную 16 мегапикселей, 30 FPS. И хватит ее, и того качества как бы хватит. Но, ребята, вот качество, конечно, записи в ней классное. Реально классное. Я ее брал из-за того, что здесь 60 и здесь своя прошивка. Вы ее видели. И эта камера не будет зависать и подводить, как меня подводила... как же она называлась-то? Эйкен, точно. И вот тут вот Китай у меня сейчас открыт. Блин. Вторая как... Как же вторая называлась камера, которая у меня была? Она у меня зависала. Я видео терял. Я вообще в бешенстве был. Когда вот идешь, она моргает, запись вроде идет, а файла нету. Вот. Здесь прошивка своя, она не греется. Вот там вот есть. И зависать она не будет. Да блин. Как же она, вот последняя у меня OneTop была, а вот до нее была какая-то камера, которая тоже зависала. Я после этого теряю стерный кадр, поэтому не знаю. Просто, блин, изумительно вот она пишет. Реально изумительно. Вот я даже сравнивал свое видео, но флешка, моя флешка. То есть, либо идти покупать флешку на 64, в принципе, оставлять камеру. Просто у меня еще есть флешки на 16 гигов. И, ну, на 16. И, естественно, там вместо часа
она будет записывать там 20 минут всего-навсего. Это тоже, ну, не очень, так сказать. Поэтому сейчас телефон у меня это потухнет. Это не мой. Вот. И я вот сейчас тоже Китай просматриваю. Ну, блин. Не знаю реально, что делать. Есть мысли просто ее продать, потому что... Вот она, кстати. Да, я ее нашел. Здесь 24 мегапикселя. Во, вот она. На Алиэкспрессе. 24... Вот, теперь мой зазвонил. Да, вот 3600 она стоит. 24 мегапикселя здесь. 60 FPS. Аккумулятор здесь подходит. Любой. Из Эхинов, из прочих. Потому что я для Вантоп не нашел аккумулятора. Здесь 120 FPS, 60 FPS. Вот, 24 мегапикселя здесь камера. Классная камера. Не знаю, что с ней делать. Либо продать все-таки, либо взять другую. Либо, блин, оставить, ну, пойти флешку, что ли, купить. Потому что, блин, место есть нереально просто на флешке вообще. Клац, и... Мне просто вот теперь вот этой флешки, которой хватало на 3 часа, мне хватило бы записать утрянку, например, на уток. Здесь я запишу теперь только час. Где-то у меня еще есть флешка на 16 гигов. Там я еще полчаса запишу, и все. И как бы я даже вот на зайца ходил, до обеда хожу как раз 3 часа. Ага, я там ничего не стрельнул, не выстрелил. Я флешку форматнул, и мне ее после обеда еще хватало. А здесь, блин, 24 камера, и вот это вот качество хорошее, есть место. Но камера, ребята, очень классная, она не будет зависать. Я уже записывал как-то вот на нее. Она не зависала, она не греется. Поэтому, если кто-то будет выбирать, не берите Эхин, не берите, блин, как же вторая камера. Камера-то называлась G-Cam, во, вспомню я, ура. G-Cam, их хвалили, их этот, была она у меня, зависала так же, как и Эхин. Это зависать не будет. И есть мысль, блин, вот Вантоп была по акции, прозевал, надо было заказывать. Я бы к ней вот здесь вот вывел аккумулятор и все. И вот. Вот такие вот мысли. Не знаю. Пишите в комментах, кто что думает.